Всего лишь каких-то 20 минут назад дамба мегалополис Вилья пострадала из-за этого жуткого морского существа. Никто не знает причины атаки, но все спрашивают себя, где же общество добродетели, когда город так нуждается в своих героях. Я не могу в это поверить. Нам на дамбе надо быть. Тут не о чем разговаривать. Я понимаю ваше разочарование, но серьезно, иначе никак. Это что еще значит никак? Мы разрешили тебе войти в общество добродетели только потому, что ты умеешь управляться с водой. А эта ситуация как раз-таки из этого разряда. Никто мне не говорил, что я должен буду драться против креветки высотой в 2 метра. Если бы мне сказали заранее, я бы вам сразу объяснил, что у меня аллергия. Сама идея супергеройства уже подразумевает под собой участие в опасных ситуациях. Понимаешь, тут как бы all-inclusive. Это не опасность. Это самоубийство. Это другое. Моя глотка распухнет в тот момент, когда я к нему прикоснусь. Ты же живешь в океане! Там огромное количество креветок! Но я не нахожусь рядом с ними. Знаешь почему? Потому что у меня аллергия на креветки! И никакие части креветок не приближаются к тебе! Ты же живешь в гигантском супе, в котором априори есть креветки! Да послушайте, есть много ядовитых растений на Земле. Но вы не спешите к ним подходить. Вы находитесь подальше от них. Что я сейчас делаю? Хватит, ты идешь. Да я умру, если прикоснусь к нему. Весь город погибнет, если ты не прикоснешься к нему. Парни, я не знаю, вы в курсе или нет, но в нашем контракте есть один пункт. Он гласит, что мы в наших миссиях не можем дискриминировать в зависимости от признака пола, возраста, религии или расы. Это может привести к немедленному выдворению, а также к потере всех льгот. Подожди, раса? Что за раса? Это же сраный кальмар. Успокойся, чувак. Ты не понимаешь, о чем ты говоришь. Подумай о своей медицинской страховке. Ты знаешь, как тяжело сделать медицинскую страховку? Смотри на вещи реально. Да что за херня? Кинуть 10 миллионов жителей, чтобы они утонули. Вот это херня. Вы не можете заставить меня туда пойти. Вы не можете. Это преступление. И в который раз для спасения мегалополис Вилья общество добродетелей прошло проверку боевого духа, моральных качеств и, конечно же, своей медицинской страховки. Общество добродетелей. Озвучил Глеб для «Грубо говоря» канала.